Ого. Ого, ребята, вот это да. Вы только посмотрите, какая... Какое, ребята, эпичное сражение, дорогие друзья. Вы просто посмотрите на это. Вы просто посмотрите, как зомби пожирают один одного, ребята. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в растения против зомби, дорогие друзья. Ну что ж, погнали. Так, и у нас, ребятки, есть такая штучка, мы уже в прошлый раз купили, нам сосед подарил, или мы такую вот штучку взяли. Нам, у нас есть дополнительное окошко, ребятки, для оружия, а также, ребятки, у нас есть, давайте возьмем, наверное, тыкву. Тройной стрелячкой вот этой меня не удивишь. Так что давайте возьмем вот такую вот штучку. Это будет самый лучший, наверное, мой выбор в истории, дорогие друзья. Ну что ж, давайте посмотрим. Так, сажай, ребятки. Берем и сажаем потихонечку. Смотрим, как солнышки, ребятки, вырабатывают эту энергию для нас. И смотрим, как мы... Так, отличненько, солнышко есть. Давайте купим, собственно, на водичку вот такую вот штучку. Так, отличненько. Еще одно солнышко есть. Так, второй подсолнух мы купили. Отлично, просто супер. Так, давайте, зомби пришли, ребятки, мне уже говорят, что пришли зомби, так, где он идет-то? Давайте, наверное, поставим бомбу вот здесь, вот пускай он подорвется на бомбе, и пускай уже, наверное, ну, я думаю, бомба активироваться должна, пока он дойдет-то. Так, отличненько, солнышко у меня есть, ставим еще подсолнухи, дорогие друзья. Мозги. Мозги, ребят, вы слышите, как он говорит, сейчас он подорвется, смотрите, ребят, прикольно. Сейчас его взорвет. Давай, 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 еще чуть-чуть. Тут все отличненько его подорвало. Так, этого раздавило тыквой. Так, ставим еще одного. Так, ребятки, нам самое главное выставить оборону, ребят, по... Мозги. Мозги. Так, ребятки, нам самое главное выставить оборону по вот этому уровню, чтобы никто к нам не смог добраться, дорогие друзья. Это самое главное. Так, 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 подождите. Так, давайте, собственно, поставим уже, наверное, на вооружение что-то. Пускай потихонечку стреляют. Так, отлично. Так, там уже зомби идет, я вижу, давайте его раздавим. Так, отличненько, здесь зомби можно задержать. Пока я собираю, ребятки, бомбы. Вот тут можно бомбочку пока поставить. Так, пока я собираю самое главное, дорогие друзья. Так, так, давай, 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 еще совсем немножко. Так, все, ребятки, все. Ну, вроде бы мы настроили более-менее такую вот штучку. Так, давайте вот тут вот поставим такую штуку. Потому что я уверен, что скоро зомби придут туда. И начнут хавать мое все добро. Так, а там спортсмен, ребята, вы видите? Ага. Все, я тоже увидел, ребятки, спортсмена. Давайте поставим бомбу, наверное, здесь, чтобы спортсмен, если что, подорвался на вот такой вот штуке. Так, отличненько. Отличненько. Так, здесь, ребятки, ставим горохост. Там тоже спортсмен бежит, ребята. Посмотрите, давайте поставим ему преграду. Так, подождите, подождите, подождите. Эй, тут зомби идет, ребята, я не успею. Давайте сделаем вот так вот, отличненько. Так, 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 так. Вот это мне не надо. Давайте пока вот это вот здесь вот подставим. Так, отличненько, отличненько, ребятки. Так, здесь это. Я не успею, ребята, да? Наверное, я не успею поставить орешек. И моего сейчас этого съедят. А нет, ребятки, я все-таки успел. Так, приближается большая волна зомби, предупреждают меня, ребят. И мне стоит быть более бдительным, дорогие друзья. Потому что вон уже идут по воде зомби, ребятки. Все, ставим, ребятки, туда стрелялки. Пускай потихонечку в них стреляют. Так, давайте возьмем второго. Все, пускай потихонечку вот так вот здесь будет война. Так, здесь тоже вот так вот. Отлично. Так, здесь ставим бомбу на всякий случай. Так, здесь ставим, ребятки, двойной вот такой штук. Так, здесь вот этого поставим. Пускай под воду зомби затянет. Так, здесь, ребятки, опять ставим оборону. Ну что ж, ребят, посмотрите, у нас уже оборона, я считаю, что выставлена на супер. Просто супер даже, можно сказать. Прям вообще круто.
Так, этого сейчас убьют, этого тоже сейчас убьют, ребятки. Так что не стоит волноваться абсолютно никому. Мы всех перемочим, дорогие друзья. Абсолютно всех. Так что не стоит никого, ребятки, бояться. Так, ну этого мы, ребятки, вот так вот завалим. Так, здесь поставим вот так вот. Оборону вот такую. Так, отлично, отлично, отлично. Ну что ж, дорогие друзья, посмотрите. Мы все-таки с вами вырвались вперед, дорогие друзья. И, тем не менее, посмотрите, как мы настроили нашу технику. У нас против нас, ребят, посмотрите, сколько у нас пушек. Ребята, посмотрите, сколько у нас пушек. За всю историю мы столько горохострелов никогда не выставляли. Посмотрите, ребят. Все, они теперь уничтожают всех, эти горохострелы. Так, давайте, спортсмен прибежал-то. Но я думаю, что его убьют мои горохострелы. Они у меня очень, ребятки, меткие, видите. И таким образом убивают всех, кто попадается на ихнем пути. Так, отлично. Давайте выберем еще горохострел здесь поставим. Так, новые зомбики, ребята, идут. Вот это я увидел, конечно же. Так, давайте здесь поставим вот так вот. И поставим вот так вот. Пускай затянет зомбика под воду. Все, зомбика утопило. Отличненько. Так, теперь здесь вторую ставим, ребятки. Так, 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 так. Там идет зомби. Ага, выбираем, наверное, чтобы это уже было. Пускай потихонечку его убивает. Все, ребята, отлично. Так, там спортсмен бежит. Давайте ему преграду сделаем. Так, все, преграду он, ребятки, получил. Теперь пускай получит и по заслугам. Отлично. Все, все супер. Так, там сейчас зомбика замочат, все. Все, ребятки, у меня тут по всем периметрам, ребятки, стоит очень хорошая охрана, дорогие друзья. Так что никто не пройдет, я уверен. Здесь даже можно посадить бомбу. Здесь можно сразу посадить такую штуку, которая будет всех топить, ребятки. Так что, ребята, посмотрите, что творится. Ребята, вы только посмотрите, что творится. Там зомби утопился, отлично. Здесь еще одного поставим. Ребят, посмотрите, сколько у нас войны. Посмотрите, сколько у нас техники, дорогие друзья. Это просто круто. Это просто замечательно, я считаю. Посмотрите, мы просто тупо, ребятки, их уничтожаем и все. И взамен мы получаем много преимуществ разных, ребят. Так, зомбика сейчас затянет под воду. Отлично. Так, 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 отлично, 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 отлично. Он даже не успел до бомбы дойти, ребят. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Круто, ребята, круто, круто, круто. Посмотрите, я еще не видел, чтобы настолько мы успевали, ребятки, захватывать это. То, что надо нам. Захватывать территорию, ребят. Посмотрите, сколько горохострелов мы с вами, ребятки, побеждаем. Бабах! Вот так вот. Круто, ребятки. Так я и думал. Так я и знал. Отличненько, 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 ребятки. Так, 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 так. А, там мы орех не поставим, да? Да, все, я понял. Значит, поставим здесь. Ай-яй-яй-яй, нет-нет, сюда надо было вот так вот и тыкву, ребята, поставить, все. Чтобы мою оборону ни в коем случае не затронули. Отлично, ребятки. Так, а сюда поставить надо, ребятки, оборону двойную. А, сюда не ставится, ага, понял. Ну что ж, ребята, скоро будет доступна вишенка, я считаю, что это просто замечательно. Ай, ребята, мои эти начинают пожирать, быстрее, быстрее, быстрее. Смотрите, зомби пошел, ребятки. Да что ж ты будешь делать, да? Так, отлично. Все, он взорвался, дорогие друзья. Так, этого тоже мы убили, этого тоже. Ага, тут зомби тоже пришли. Вижу, 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 прием, прием. Вижу, зомби пошел, пошел, пошел. Ага. А мы его вот так вот, ребята, и он вот так вот, отличненько. Все, 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 ребятки, мы должны выдержать эту оборону по-любому. Я не знаю как, ребятки, но должны мы продержаться, потому что еще будет последняя волна, дорогие друзья. Стоит не забывать это. Так, если бы оно быстрее все грузилось, можно было бы выигрывать бы уже давно. Потому что вот этих орехов как раз таки, ребятки, не хватает. Ого! Ого, ребята, вот это да, вы только посмотрите, какое, ребята, эпичное сражение, дорогие друзья. Вы просто посмотрите на это. Вы просто посмотрите, как зомби пожирают один одного. Ребята, куда это годится? Ту-ду. Так, а этот, я так понял, так и пошел. Да, хорошо, но ничего, мы выкопаем
И поставим сюда вот такую штуку. И, наверное, поставим орешек. Если успеем. Давай, давай, быстрей, быстрей, быстрей. Все. Теперь, я думаю, мы должны успеть, дорогие друзья. Все, отличненько. Все, теперь этого тоже зомбика мы убьем, ребятки. И... Или поставить вообще туда тыкву. Когда он съест орех. Но пока он его съест, его уже убьют. Так, реально, ребята, все круто у нас. Все отличненько, ребятки. И мы с удовольствием, ребятки, прошли этот уровень и получили какой-то ключ. А чего ключ, я даже, ребятки, представить себе не могу. Так, что это такое у нас? Так, вы нашли ключ от машины Дэйва. Теперь вы можете посетить магазин Безумного Дэйва. Отлично, ребята. Эй, ты нашел ключ от моей машины. Ты знаешь, что это значит? Магазин Безумного Дэйва открыт. О, ребятки, отлично. Посмотрите, что у нас здесь есть, ребята. Вот это круто. Сколько у нас денег? У нас 1000. Ого, мы здесь... Ну, за 1000 мы пока ничего не можем купить, ребята. Мы можем купить грабли. Подходи, может быть, тебе что-нибудь понравится. Дальше. Отлично, ребята. Мы купим грабли. Так, и мы купим за 830, пока ничего не купим. Все, ребята, грабли. А зачем грабли, я это не понимаю. Забавный факт из процесса зомбификации. Иногда зомби получается очень маленьким. Очень маленьким. Береги ноги. А зачем мне грабли, ребят? Я так и не понял, зачем. А, все. Чтобы зомби наступали на грабли, ребят. Вы видите? Вон они лежат, эти грабли, ребят. Зомбик наступит на грабли и убьет себя. Зомби пришли, говорят мне, дорогие друзья. Так, отличненько. Все как нужно. Так, все пока что идет, ребятки, по плану. Все пока что идет, ребятки, по плану. Отлично. А это что? А, это, ребятки, здесь, наверное, надо поставить будет. Потому что пойдет, наверное, война, ребятки. Так, половина уничтожена, отлично. Эта половина тоже уничтожена. Очень замечательно, дорогие друзья. Так, давай, 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 давай. Что там у нас дальше? Ага. Дальше у нас... Ага, вон спортсмен, ребятки, прибежал. Откуда он взялся-то? Так, вон идут по этому, ребятки. По воде. Вижу, 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 вижу. Уже увидел, что идут по воде, дорогие друзья. Давайте как-то потихонечку будем уничтожать их. Так, отлично. Идут по воде очень много. Прием, прием. Идут по воде очень много зомбиков. Дайте, пожалуйста, мне их уничтожить. Отлично, хорошо, замечательно. Просто супер. Так, так, так. Ну, давайте, что у нас дальше? Это что так мало? Давайте еще что-то стрелять. Нечем стрелять-то, ребятки. Нечем стрелять-то. Давайте быстрее. Отлично, ребята, просто супер. Я считаю, просто круто. Бабах, еще одну вишенку хотя бы дайте мне. Да что ж ты будешь делать, а? Или тыкву какую-то, дайте мне хоть что-то. Пускай убивает этого нехорошего зомбика, ребята. Ох, отличненько, просто круто. Приближается большая волна зомби. Меня предупреждают, ребята, что приближается большая волна зомби. Ну что ж, ребятки, мы готовы выдержать любую атаку. Вы же знаете, что мы профессиональные, ребятки, игроки на этом уровне. И нам нужно постепенно выигрывать. Вон, посмотрите, бегут спортсмены. С какой скоростью, ребята. Вы видели, с какой скоростью бегут спортсмены. Их надо как-то уничтожать, ребята. Так, быстро прям все плывут и все бегут. Да что ж такое-то, а? Так, большой бубух будет, отлично. Это мы сделали. Давайте нам что-то против воды, ребятки. Потому что вода вон уже отличненько. Все, два зомбика мы уничтожили. Так, вот бегут тоже, давайте их останавливать. И вон тоже спортсмены. Да что ж ты будешь делать с этими спортсменами? Посмотрите, сколько их много, ребят. Спортсменов очень действительно все много. И вон под водой ребята идут. Надо их убивать, те, что идут в воде, ребят. Вы видите, вот в воде уже они доходят до меня. Все, ребятки, мы их уничтожили, отлично. Все, потихонечку. Так, давайте здесь вот так вот стрельнем. Отлично, ребятки, половину зомби мы уничтожили. И просто супер. Так, давайте стрелять будем потихонечку. Наверное, вот где-то здесь. Бабах. О, супер, просто супер, дорогие друзья. Так. А где еще стрелять-то? Ага, вот здесь вот, давайте здесь. Где-то стрельнем, наверное. Подрывник достижения, ребятки. Отлично, я какое-то достижение получил в области подрывника. Это, наверное, очень прикольно. Так, 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 ребята, там уже зомби наступает на мой, ребятки, на мое хозяйство. Это никуда не годится абсолютно. Туду. Ого, круто, 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 ребят.
Вот это да. Так, ой-ой-ой, вот вишенка, отличненько, ребятки. Ждем. Так, и что же у нас сейчас получается, дорогие друзья? Так, давайте, куда же этого посадить-то? Я даже и не знаю, куда его посадить. Последняя волна, дорогие друзья. И мы его с вами давайте где-то посадим, где-то вот тут вот, вот они все бегут. Посмотрите, какая их здесь толпа, ребятки. Ну что ж, пошел. Давай, стрелок, стреляй. Все будет отличненько, все будет круто. Если ты не будешь сильно баловаться, то ты выиграешь. Так, пускай пока хавает, а тем временем мы его съедим. И тем не менее, дорогие друзья, мы прошли с вами этот уровень. И это просто, дорогие друзья, отличненько, просто круто. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте соберем все это и посмотрим, на что, собственно, мы способны, дорогие друзья. Так, ну что ж здесь. Так, вы получили новое растение. Острый перец уничтожает целую линию зомби. Ого, целую линию, ребят. Это означает, что не во всех параметрах по дорожкам, а по целой одной дорожке. Все, я понял, что это такое, дорогие друзья. И в следующем уровне мы с вами обязательно, ребятки, его испробуем. А я вам хочу, ребятки, сказать, что этот эпизод подошел к концу. Вы были, ребятки, на канале Вечное Детство. Подпишитесь обязательно на мой канал, поставьте пальчик вверх и оставьте какой-нибудь комментарий. Также не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать все мои новые видеоролики, которые выходят. До встречи, дорогие друзья. Пока-пока.